Всем привет, с вами снова держатель микрофона Максим Исаенко. Я в Полевском на стадионе «Школьник», где проходит второй турнир по пенальти на призы горсайта. И сегодня я буду не только в качестве держателя микрофона, но и даже помогу с судейством. Участники турнира, ребят, как пока выступаете? Ну, я первую игру выиграл, повезло, наверное, не знаю. Первую игру проиграл, попался сильный, тяжелый соперник. У нас сейчас лагерь идет футбольный, только там тренировались. Со мной участник сегодняшнего турнира Павел Кочурин. Сейчас только что прошел в полуфинал, да? На фарт футболка горсайта у тебя? Да. Я знал, что вы будете. Вот кадрики несколько сняли специально футболки в этой. Спонсоры, спасибо. Хороший турнир. Интересно. Полевской федерации футбола Иван Моряхин, Иван Андреевич, второй турнир прошел на призы горсайта. В этом году даже заявилось больше участников. Ожидалось, что такой ажиотаж будет вокруг пенальти? Ну, это очень прекрасная история, когда вот мы развиваем что-то новое для нашего города. И популярность пенальти все-таки растет не только в футболе. Также некие такие булетали, где можно взять из медиалиги. Ну и, соответственно, хорошо, что народ приходит, находит время и участвует в таких турнирах. И очень хорошо, что горсайт проводит их и поддерживает данную хорошую историю. Победитель в средней возрастной группе Кирилл Потапов. Кирилл, из-за чего получилось сегодня так удачно выступить и первое место занять? Да, уверенно пробивался. Игроков знаю уже, знаю, куда бьют. Ну и удача, конечно же. Мотивировала пицца? Конечно, мотивировала. Сейчас пойду, поем. Итак, второй турнир по пенальти на призы горсайта подошел к концу. Победители и призеры получили пиццу от сети ресторанов доставки «Япония». А кто в этом году по каким-то причинам не смог принять участие, следите за анонсами, и в следующем году вам обязательно повезет. Это был держатель микрофона Максим Исаенко. Не забывайте подписываться на канал. Увидимся!